Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хотела бы подвести рукодельные итоги марта. Месяц выдался очень насыщенным. Был один большой-большой финиш, три старта. Еще были небольшие прикладные оформления и также небольшие рукоделки. И в конце видео я вам расскажу о покупках небольших, но очень приятных. Итак, давайте же начнем. Начну я со своего грандиозного финиша. Закончила я любимейшую свою работу от фирмы Dimensions Birch Point «Березовая роща». Вот то, что у меня получилось. На моем канале выходило подробнейшее, просто наиподробнейшее видео, рассказ об этой работе. Я вышивала подбором. Часть ниточек у меня была по ключу, часть я подбирала сама. Вот об этом всем с полным перечнем ниток, которые я подбирала, с полным анализом по цветам, есть в том видео. Сейчас я только хочу вам сказать, что вышивала я на Белфасте 32-го каунта цвет винтажный мока 3009. В этом дизайне у нас 33735 крестиков. Конечно же, здесь огромное количество бэкстичев, русилков, блендов. Такой дизайн, я бы сказала, что он простой, но немножко замороченный. Поэтому все-таки придется над ним потрудиться. Напоминаю, что этот проект у меня перешел с 2020 года. На начало года у меня было вышито 43%. И вот, наконец, работа закончена. Мне очень нравится результат. Я наслаждалась буквально каждым крестиком, каждым полукрестиком, каждым блендом. Каких-то сомнений в цветовом решении у меня не было. Мне все нравится. Что я изменила в этой работе? Я изменила только одно. Вот здесь вот должен находиться американский флаг. Вы сейчас в уголке видите, как эта работа должна выглядеть. Я этот флаг не стала вышивать, просто зашила фоном. Думаю, что работа не сильно проиграла, и если бы я вам об этом не сказала, вы вряд ли бы заметили. Ну вот так вот работа мне как больше нравится, больше она мне по душе. Красота необыкновенная, не только яркая, не только интересная, но и очень настроенческая работа. Мне кажется, на превью она выглядит более мрачной, но на самом деле работа получается очень красивая. И хочу заметить, что в этой работе очень много полукреста, наверное, половина, может быть, даже большая часть вышивается полукрестом. И как видите, у меня работу, если и повело, только вот совсем-совсем чуть-чуть. Вот по этому краю, вы видите, вытянулся уголок. Но он даже не вытянулся скорее из-за полукреста, а немножко за счет крестов, да, вот видите, он как бы присел, присборился. А так работа абсолютно ровная получилась, и это доказывает то, что вышивать на Белфасте, да, в том числе на муран, неважно, на хлопке, Dimensions вполне можно, даже если он практически весь состоит из полукреста. Дело в том, что ткань равномерного переплетения, она более податлива и легче приходит в форму. И вообще на ней, так как перекос у нас получается, если мы затягиваем ниточки, на Белфасте тем более сильно не затянешь. И поэтому это такая своеобразная регулировка натяжения, зарядка для выработки своего почерка, не затягивание крестиков. И поэтому, вот видите, работа замечательно выглядит. И думаю, что в оформлении она тоже будет смотреться. И, конечно же, она замечательно выглядит, потому что здесь... Не сказала бы, что очень много, но все-таки достаточное количество незашитых участков. Это мы видим сам песок, земля и, конечно же, в небе тоже. По следам моего видео о финише этой работы было достаточно вопросов, почему же березовая роща. Ну, в одном из своих видео, кто смотрит каждое мое видео, я рассказывала, что Birch Point — это именно нарицательное, это существующее место в Америке, это, ну, можно сказать, заповедник, такое очень красивое, и берез там достаточное количество. Вот на самом деле они же здесь тоже есть, вот несколько деревьев, да, березовых, поэтому такое название. Видимо, Чарльз Высоцкий
писал свои картины с натуры и изобразил реальное место. Собственно говоря, так же, как и другие свои картины, уютное укрытие, это тоже уютное, это тоже существующее место. Больше не буду вас утомлять этой работой. Кому интересно, переходите, сейчас выходит ссылка, или вы найдете ее в инфобоксе, или после видео. Посмотрите, кому интересно, пожалуйста, все подробности. И мы переходим с вами к стартам. Так как я закончил свою березовую рощу, больше у меня текущих процессов не было на тот момент, и я стартовала сразу с тремя работами. Давайте покажу, что это были за работы. Мой старт — это был чудесный цветочный букет от фирмы Лукас у меня в гобеленовом исполнении. Кстати говоря, видео о стартах тоже вышло на моем канале, я тоже там довольно-таки все подробно объясняла, но сейчас я, конечно, вам буду уже показывать продвижение, да, что у меня вышло на конец периода. Лукас вышиваю я по оригинальному набору на гобеленовой сетке. Сейчас вы видите картинку, что у меня было отшито, ну, наверное, несколько дней, я дня три повышивала, и к концу месяца, посмотрите, пожалуйста, у меня сейчас вот такая вот красота. Мне очень понравилось. Я рассказывала в видео о стартах то, что у меня очень неоднозначные впечатления сначала были о гобеленовом стежке. Мне сначала совершенно не понравилось, но потом я привыкла и с полным восторгом окунулась в гобеленовый стежок. Мне очень понравилось. Во-первых, очень быстро вышивается. У меня такое впечатление, что гобеленовый стежок вышивает сам себя. Очень быстро двигается. На сегодняшний момент у меня вышито 38% работы. Это я вышивала 10 вышивальных дней. Вот серьезно, прям очень быстро идет. Ну и, конечно же, это, конечно, зависит еще от того, какая схема. Схема здесь простая. Если бы я вышивала крестом, наверное, были бы тоже хорошие продвижения, потому что, ну, очень простая схема. И замечательно, главное, проработанное. Потом, конечно же, гобеленовый стежок, это считаем полукрест, то есть я в два раза меньше делаю стежков. Поэтому, конечно, такие результаты. Если бы я вышивала крестом, да, в два раза меньше, считайте, у меня было бы отшито. Чем хорош еще гобеленовый стежок? Тем, что им очень удобно и хорошо вышивать фон. То есть фон идет в два раза быстрее. Я терпеть не могу вышивать большие зашивки одним цветом, а здесь вот как будто так и надо, очень хорошо все зашивать. Когда я выкладывала свое видео о старте и также выкладывала фотографию работы в Инстаграм, мне писало много моих подписчиц, что у них лежат наборы на гобеленовой сетке, но они боятся за них браться. Для меня было это несколько удивительно, потому что, собственно говоря, ну что тут страшного, гобеленовый шов, он и есть гобеленовый шов, ничего тут такого не замудрить. Но потом, когда я окунулась в эту тему, посмотрела несколько видео, поняла, что здесь не все так просто. Самое страшное, что может произойти с гобеленовой работой, это она пойдет грядками или рядами задвоенными, то есть вот эти вот ряды будут видны. Но для нас, для рукодельниц, есть такой специальный канал Елены Прокопенко, наверное, многие ее знают. Я придерживаюсь ее позиции, вышиваю так, как она говорит, то есть слежу за натяжением нити, за преломлением нити, пока у меня все нормально. Вот вы видите, вроде никаких грядок нет, да, видны вот эти полоски, но, собственно говоря, это разметка моя. Кстати говоря, я вам хочу сказать, что я не подружилась с разметкой, вот с оригинальной разметкой от Lucas. Вот эти вот рыженькие полосочки, они сейчас замечательно видны, но когда я вышиваю при искусственном освещении, я их вообще не вижу, то есть мой глаз их отказывается воспринимать, и поэтому я обычными акварельными карандашами наношу разметку, то есть вот в этой разметке у меня нет никакого смысла. Я ее понимаю, да, что у нас идут по двум рядам, это рыженькая разметка, один ряд это у нас 10-й ряд и следующий 11-й, то есть вот так вот разделяется, но мне это вообще совершенно все равно, потому что я не воспринимаю эту разметку, все размечаю по-своему. Я уже, кстати говоря, спустилась ниже середины, середина у меня где-то была даже уже, я не знаю, вот здесь вот что ли, у меня, конечно, не поместится вся работа на вот этот вот открытый, да, фон, в окно вот этих куснапов, но
ничего страшного. Я думаю, что как-то я с этим справлюсь. Так вот, то, что получается, конечно, мне необыкновенно нравится. Давайте я быстренько технически какие-то характеристики скажу. Это работа совсем небольшая, 20 на 21 сантиметр, вышивается на сетке 25-го каунта, но вышивается петитом, то есть это будет не размер на 25-м каунте, а в два раза меньше. Если бы мы вышивали на 25-м каунте, да, работа у нас была бы не 20 на 21 сантиметр, а 40 на 42 сантиметра, то есть такая внушительная. Но мне безумно нравятся эти маленькие стежки, они такие хорошенькие, они так ровно ложатся, они так здорово смотрятся, что я просто влюблена в эту технику, в гобеленовый стежок. Да, конечно, к ней нужно привыкнуть, но получается просто великолепно. И, конечно, мне нравится, что работа получается небольшая, потому что я, честно говоря, не люблю большие работы. Для меня чем меньше, тем лучше. И в этой работе у нас 42 тысячи стежков. Возможно, какие-то работы я свои переведу именно в гобелен. Буду вышивать на гобеленовой сетке или на конгресс-стромине, в общем, на чем-то таком, на чем можно вышивать гобеленом. Я вам уже сказала, да, что 38% работы у меня отшиты, и за 10 дней я вышила 16 108 стежков. То есть работа была проделана огромная. Я, конечно, просто вот с головой погрузилась в эту работу. Мне совершенно не хотелось вышивать что-либо другое. Вышивала, кстати говоря, я по саге. Я приобрела схему перенабор для саги в группе. Кому интересно, оставлю в инфобоксе ссылку. Чему безумно рада, конечно, это очень и очень удобно вышивать по саге. Конечно, и по схеме я бы тоже вышивала, она совершенно несложная, но единственное, что меня в ней напрягает, это огромные размеры, просто было бы неудобно. Ну и вообще, в принципе, по саге, конечно, вышивать намного проще. Вы видите, какие необыкновенно красивые цвета, они немножко менее яркие, чем на превью. Насколько я вижу, на превью это у нас не отшив. Видите, цветопередача, да, немножко страдает. Здесь нам сделали набор поярче. Но возможно, что здесь представлен отшив в крестиках. Хотя зашивка гобеленом, она тоже очень такая плотная и сплошная. Ну вот, такие вот мои продвижения, пока особо нечего сказать, кроме того, что мне очень нравится, и с огромным-огромным трудом я отрываю себя вот от этой работы. Давайте теперь перейдем к следующему моему старту. Итак, следующий мой старт – замечательная лиса от Терезы Когут, оригинальная схема. Вы название видите сейчас на своих экранах. Вышиваю я по ключу на 32-м каунте. И размер работы получится 21 на 112 клеточек. В этой работе у нас примерно 10 500 крестиков. Вы сейчас видите то, что у меня было вышито при моем старте за несколько дней. И на сегодняшний период вот то, что у меня есть. У меня полностью закончена лиса. Напоминаю, что эта работа вышивается у нас ниточками ДМС плюс ниточками ручного крошения, виксами и Gentle Art. Я все перевожу в ДМС, потому что работа, во-первых, будет у меня прикладного характера, и я не хочу, чтобы у меня что-то полиняло и так далее. Во-вторых, просто у меня этих ниточек нет в наличии. Да, собственно говоря, я так понимаю, что особо здесь они не нужны. Фон не зашивается. Что по ниточкам? Я подбирала вот этот самый темный коричневый, он тут ручного крошения, все остальные коричневые цвета по ключу. И подбирала, соответственно, у лисы вот эту вот белую часть, то есть грудку, хвостик и мордочку. Ничего сложного нет, в общем-то, при наличии какого-то опыта это не так страшно. Сколько у нас всего присутствует цветов? 20 цветов ДМС. Вышиваю я на муран 32-го каунта, цвет 60-83. Такой зеленоватый, он у вас передается немного более серым, но на самом деле он такой все-таки больше зеленый, такой цвет шалфея, скорее всего. В этой работе также есть у нас 3 четверть креста, в основном на мордочке.
Ну и тут немножечко в ушках. Я сначала хотела все сгладить 3/4 крестом, чтобы более такая округлая лиса получилась, но потом передумала. Во-первых, это шорстка, она должна так немножко топорщиться. Во-вторых, если бы я сглаживала всю лису, то пришлось бы, наверное, и здесь вот тоже все сгладить. А мне уже так не хотелось возиться, тем более вышивать вот эту рамку, это вот такая скука. Просто я себя заставляла просто пинками. В итоге потом, видите, она у меня не дошита, а обозначены только края. Вот просто-просто с трудом ее вышиваю. И все-таки потом перешла на лису и вот хотя бы немножко на ней отдохнула. Что мне теперь предстоит? В основном мне закончить рамку и вышить все растения. Работы здесь еще не очень много. Я примерно вышила половину, то есть где-то 5000 крестиков. Ну, на самом деле, лиса тоже скучновато вышивается, потому что вышивается все коричневыми ниточками, большими такими зашивками. Мне вот если по дизайну эта работа очень нравится, то идет она у меня тяжело, потому что скучно. Вот просто откровенно скучно. Надеюсь, что вот в этих растениях будет повеселее, там и цвета такие поярче, позеленее, и все-таки мешанинка тоже присутствует. Ну, птичка тут вообще даже они не о чем говорить, там несколькими крестиками вышивается. Ну и, конечно, вы понимаете, что здесь у меня вот это вот еще природа, домики и так далее пойдет. Так что вот эта работа, честно говоря, как она мне не нравится, но она у меня идет по остаточному принципу. Буквально я пол лисы вышел вот в последние несколько дней, чтобы просто было что вам показать. Ну, конечно же, я буду обязательно ее заканчивать, ну, потому что действительно результат мне очень и очень нравится. Свою организацию я уже показывала в стартах. Так вот у меня расположены ниточки, и вот здесь вот парковушечка такая. То есть ничего сложного нет. Как раз у меня нашелся и органайзер с лисичкой, которая делала сама, и лисичка, которая спит вот на магнитике. То есть у меня такая работа тематическая. И давайте перейдем к следующему моему старту, о котором уже было. Покажу вам, как я там продвинулась. Так, следующим моим стартом была бескорню от Just Now, Floral 15. Эта бескорнюшка у нас собирается из 15 частей. Довольно кропотливая работа. Ну, конечно же, прежде чем ее собрать, надо эти 15 частей вышить. Здесь вышивается на двух цветах, на белом и на зеленом. Посмотрите, пожалуйста, на белом цвете у меня все вышито. Вот все вот эти вот квадратики, 10 штук. Все уже тут бисер уже пришит и проложен бескорнюшный шов, то есть полностью работа закончена. На зеленом фоне у меня не такие продвижения, у меня вышито всего 2,5, потому что вы видите, вот здесь вот еще бисер не пришит и еще не проложен бескорнюшный шов. Вот так вот они выглядят. Тоже сейчас вам передается больше серым, но на самом деле это такой приятный зеленый, даже в какой-то степени мятный оттенок. Сейчас у нас серый за окном, к сожалению, вам не передаются правильные краски. Все вот эти цветы, кроме тех, которые вышиваются на зеленом фоне, они все абсолютно разные. Посмотрите, ни один дизайн не повторяется. Вышивать их довольно сложно. В одном квадратике у нас где-то присутствует 367 стежков, крестиков, так как я бисер пришиваю тоже крестиком, поэтому все посчитано. Вот такая цветовая палитра, и в каждом квадратике используются почти все цвета, а здесь их у нас 13. Ну вот, может быть, в квадратике в одном используется где-то 12, где иногда и 13 все используются. Ну вот так вот, то есть очень большая цветовая палитра присутствует для такого маленького размера. Видите, они вот совсем-совсем капелюшечные. Очень много одиночек, вышивается тяжело. За один день я не могу осилить больше 2 квадратиков. Меня просто начинает трясти, потому что постоянно идет закрепка, постоянные одиночки. И это, конечно, нужны определенные моральные силы. Тем более, если бы это была сплошная зашивка, это одно, там легче закреплять, да, легче
вообще психологически как-то легче. Но когда вот начинается вот это прыгание, бегание туда-сюда, не могу прям все вот еле-еле два квадратика в день вышиваю и все, и перехожу или на что-то другое, если есть время, или вообще в принципе заканчиваю. Ну, по большому счету, если мы возьмем, что в одном квадратике у нас 367, то есть это у нас 600, почти 700 крестиков, в принципе, это моя такая дневная норма. Иногда у меня больше, иногда меньше. Но вот в таких дизайнах сложных, где постоянные закрепки, это вот даже перебор чересчур. Немножко попроще вот эти вышиваются, но здесь у нас появляется бэкстич. Ну, не знаю, тоже так кажется попроще, но на самом деле тоже возни много. Допустим, не два квадратика, а 2,5 я в день могу вышить. Что я могу сказать по этой работе? Вот видите, вот этот квадратик немножко поярче. Я перепутала здесь два цвета, очень похожи друг на друга. Вот эти два цвета. Видите, один поярче, другой так вот более такой пастельный. Я перепутала и вышила окантовку вот этим вот поярче цветом. Но дело в том, что на зеленом фоне как раз окантовка этим поярче и вышивается. Вот и теперь у меня дилемма, то ли распускать все переделывать, то ли делать, собирать как есть. И, собственно говоря, там особо в глаза не бросается. Я, конечно, буду думать, вот что бы вы сделали. Потому что, во-первых, у меня здесь все одиночки закреплены вот под этот цвет. То есть это придется, наверное, вообще тогда всю окантовку вот с этими вместе с одиночками. Потому что вот видите, здесь вот вот эти вот крестики тоже все закреплялись под эти ниточки. В общем, мороки здесь много. Здесь придется и бисер выпарывать, потому что, собственно говоря, помните, я вам говорила, что бисер хочу вышивать этой же вот ниткой, но не получилось у меня, потому что бисер очень мелкий, и чтобы в два сложения, ну вот вышиваешь, да, это же в два сложения вышивается, чтобы продеть две нити в бисерную тонюсенькую иголочку, у меня не получалось, и даже не проходила нитка. Получалось, да, что 4 сложения должно пройти через одну бисеринку, чаще всего у меня все застревало, и, короче говоря, я потом не стала заморачиваться, просто потом отдельно петитами, крестиками прошиваю, пришиваю этот бисер уже после того, как закончу весь дизайн. Мороки, конечно, много, но уже финал виден, да, у меня осталось еще 2,5 квадратика, и потом надо будет это собрать. Работа кропотливая, но, собственно говоря, от Just None все работы такие, я бы не сказала. Ну, хотя вот моя бескорнюшка, самая первая новогодняя, она вот была простая, ну, относительно, конечно, вот здесь, конечно, работы достаточно много. Но ничего страшного. Вышивается все ниточками ДМС, и к схеме был приложен пак. Сейчас я вам его покажу. Я его переложила вот в такую коробочку. Вот, и отсюда уже вот бисер беру. Тут бисер полосатый, маленькие микрожемчужинки и вот две такие бусины для того, чтобы собрать бескорню. Так что потихонечку эмбеллишмент пак я тоже использую. Вышиваю на пельце Нурге. У меня как раз сюда помещается 2 квадратика. Использую свой органайзер пурковушку. Ну и вот все ниточки у меня тоже здесь присутствуют. Цветовая палитра, конечно, очень яркая, красивая, весенняя. Ну, в общем, очень надеюсь, что я в апреле эту работу закончу. Мне будет чем похвастаться вам. Так, конечно, красиво очень получается, но очень и очень кропотливо. Надеюсь, что мне удастся все это хорошо и аккуратно сшить. И мы с вами переходим. Вот эти вот старты, на все эти старты было уже видео. Кому интересно, оставлю ссылку. И переходим к работам, которые я вам еще не показывала. Посмотрел мое видео с формулы рукоделия. Я рассказывала, что я на стенде NeoCraft купила деревянные заготовки. Зайчики, вернее, мы купили на двоих с подругой. В набор входил 4 зайца и 1 яйцо. Так вот, я вспомнила, что Пасха уже не за горами, и пора бы оформить эти изделия. И посмотрите, пожалуйста, вот что у меня получилось. Работа не заняла много времени. Такие вот прекрасные зайчики и яйцо у меня получилось. Что это такое?
Я решила порыться в своих книгах. Не раз меня выручала вот такая вроде как незатейливая книжечка «Цветочная коллекция». Я полистала и решила остановиться на весенних цветах, вот на этих чудесных анютиных глазках. Сначала я, конечно, хотела что-то желтенькое взять, вот такие вот цветы, вот такие анютины глазки есть, но они мне не подходили по размеру. Также я хотела взять нарциссы, но опять вы видите, по размеру не очень подходит. И потом все-таки я перешла к этим анютиным глазкам, потому что здесь есть из чего выбрать, так как мне нужно было три сюжета подобрать. Я выбрала, вот видите, анютиный глаз, который смотрит в разные стороны. Здесь есть также бутоны, маленькие, большие. То есть есть из чего выбрать и не ломать себе голову. Ну, собственно говоря, вот я это и сделала. Вы видите, цветовая палитра просто замечательная. Здесь сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, и вот еще такая коричневая ниточка присутствовала, я ее брала из другого процесса. И вот что у меня получалось. Вышивала я на муране 32 каунта, взяла какие-то вот остаточки, они такие зеленоватого цвета. Мне кажется, как нельзя лучше служит основой для этих небольших сюжетиков. Сшивала я ниткой Колорис или Колорис, все время забываю, как правильно. Вот номер 4503. Мне хотелось как-то разнообразить, сделать поинтереснее этот шов. Ну, собственно говоря, вот то, что получилось. Работа не заняла долгого времени. Вот я выполнила за два присеста. В первый присест вышила. Помогали мне вот эти вот маленькие пяльчики от Нурги. И за второй присест просто оформила. Так как здесь уже все у нас готово, да, заготовка готова. Мне кажется, вариант просто замечательный. Какой-то или подарок Пасхи сделать, или украсить свой интерьер. Видите, заготовки двусторонние. Так вот они выглядят сзади. Сейчас эти зайчики висят на моей тематической полке. Вы сейчас видите фотографию. Она пока не украшена Пасхи, ну, потому что, собственно говоря, еще целый месяц до нее. Конечно же, поближе я раздобуду красивые веточки, может быть, даже какие-то цветущие. И, конечно, эти зайки у меня будут висеть именно на ветках, потому что, мне кажется, это самое такое выгодное. Видите, я им сделала подвесы из ленты. Мне кажется, так будет смотреться намного интереснее, чем, допустим, посадить их куда-то, поставить и так далее. И, собственно говоря, на выставке тоже именно так нам предлагал поступить дизайнер. Вот такая вот моя была небольшая работа. Этих зайчиков, вот я видела, можно купить на Валберис. Конечно, цена, ну, хотя, вы знаете, 1200, вот за 1200 мы покупали. Получается, там 6 заготовок по 200 рублей за заготовку. Мне кажется, это, ну, не так сильно дорого. Если сравнивать, допустим, с дивной вишней и с какими-то другими такими же, да, производителями. Может быть, где-то можно подешевле найти. Даже тут дело не в цене, а в самой идее. Очень интересные идеи и легкое исполнение, легкое и быстрое, да, скажем, исполнение. Так что вот такие вот мои прикладнушечки. Напоминаю, что эти прикладнушки у меня участвуют в совместном проекте, который я веду, прикладная вышивка. И также напоминаю, что ваши фотографии я жду до 4 апреля. На этих заготовках моя подготовка к Пасхе не закончилась. На моем канале вышел мастер-класс. Делала я вместе с вами вот такие замечательные яйца в технике артишок. У меня получилось два в таких классических пасхальных цветах. Кому интересно, пожалуйста, проходите. Я оставлю ссылку. До Пасхи еще целый месяц, и вполне можно и купить заготовки, и изготовить как подарок для своих близких такие яйца. И, конечно же, потренироваться в этой замечательной технике. Посмотрите, какие они симпатичные. Делается не очень сложно. Самое главное — запастись терпением, и все у вас получится. Так что, кому интересно, пожалуйста, проходите. И еще напоминаю, что у меня есть еще один мастер-класс по пасхальной тематике. Это пасхальные яйца в технике кимикони. Эта техника намного проще. И если вам интересно, если вы хотите порадовать себя такой красотой, пожалуйста, тоже проходите по ссылке. Я думаю, что у вас тоже все получится. И еще одна вещица тоже прикладного оформления. Она у меня получилась... Вышилось очень спонтанно и очень
Ну, давайте я вам сейчас покажу и все И расскажу. Как-то докажу. очень давно на какой-то формуле рукоделия я выиграла вот такой вот набор Купидон от фирмы Золотое Руно. Что входит в этот набор? Открытка и канва с нанесенным рисунком. Зашивалась на ней совсем не чуть-чуть. Вот видите, крылышки и трусики у ангела. Также бэкстич здесь выкладывается золотой ниткой и приклеивались стразики. Кто не знает, сейчас в Москве проходит выставка вышитых работ по мотивам Джона Клейтона, и я участвую в этой выставке. Отдала 4 работы, и вот буквально на днях туда обязательно схожу. Но, да, вот такое долгое вступление. Дело в том, что на этой выставке также, кроме работ, будет присутствовать коробочка для благотворительности, куда можно отдать все свои остатки, какие-то ненужные наборы, канву и так далее. И я решила пошерстить свои запасы, очень много собрала всего интересного. Вот весна, это сам Бог велел расхламиться немножко, и вот попался мне вот этот набор. Я сначала хотела, честно говоря, его в эту коробочку приготовить, потому что, ну, во-первых, дизайн совсем не мой, во-вторых, канва, в-третьих, нанесен рисунок, который я вообще терпеть не могу. Но потом поняла, что этот подарок мне был послан в выигрыше, да? Испытала я такую свою удачу. Я очень редко, просто вот, ну, единичный случай, когда что-то выигрываю. Поэтому отдать этот набор для меня, наверное, значило отдать свою удачу. Поэтому я решила быстренько вышить, думаю, что он у меня лежит, вышью и оформлю элементарно в пинкип, да, не знаешь, во что оформлять, оформлю в пинкип. И вот что у меня получилось. Посмотрите, пожалуйста, вот этот нанесенный фон, да, вышивали здесь только крылышки и трусики, бэкстичем все оформлялось, и также стразики были, предлагалось стразиками выложить сердечко, но я их разбросала вот в таком произвольном порядке. Оформила, как уже сказала, в пинкип с помощью наших вот этих любимых помпушек, также сюда подложила перья, чтобы поддержать купидонскую тему, да, у него же тоже крылышки с перьями, и сзади у меня такой пушистый меховой задник, ну и чтобы поддержать тему блеска, серебряные кисточки и серебряный подвес. Вот такая вот симпатичная вещица получилась. Конечно, никому ее дарить не буду, повешу у нас в спальне, пускай у нас тоже живет такой купидончик. Ну, вы знаете, мне даже как-то легче стало, когда одной работы залежавшейся меньше. Тем более, вот я так прям быстро решила оформить и, в общем-то, сделала даже с некоторым удовольствием. Конечно, канва тяжеловато натягивалась, я уже отвыкла от канвы, но все равно, мне кажется, получилось очень мило и очень интересно. Может быть, впоследствии я, конечно, уже эту работу и подарю, пока она точно повисит у нас в спальне. Такая вот незатейливая работка. Вы видите, здесь вышивки совсем мало, но вышивать по нанесенной канве еще то удовольствие. Я прямо терпеть не могу. Особо не придерживалась схемы, вот вышивала, как лежал рисунок. По-моему, очень симпатично получилось. Так что вот моя такая еще... Я ее вообще не буду считать, возможно, даже не буду показывать в итоге года. Но вот сейчас вам показываю, что вот такая работка у меня тоже есть. Вот, мои дорогие, это все мои работы, законченные, начатые, продвинутые и оформленные. И сейчас давайте в этом же видео я покажу вам свои покупки, совсем-совсем небольшие, но, как я уже ранее сказала, очень приятные. Итак, мои покупки. Пришла мне очередная посылка с сайта 123 Stitch. Сейчас довольно быстро доходят посылочки, поэтому я уже заказываю не первый раз, все замечательно приходит. Я не буду вам показывать, в этой же посылке у меня были кое-какие нитки и также бисер для моих предстоящих проектов. О них я буду вам уже рассказывать, когда эти проекты начну. А сейчас давайте покажу вот такой замечательный наборчик от Mill Hill. Давно я на него смотрела, хотела, собственно говоря, заказать немножко другой, но прельстила меня такая морская тематика. Кто знает, я где-то в апреле-мае обязательно вышиваю работу на морскую тему, загадывая, чтобы летом поехать на море. В прошлом году это не очень сбылось. Отдых, конечно, был, но не совсем на море. Ну, в общем-то, в этом году вот прям очень-очень хочется моря, очень мне его не хватает, отдыха такого морского. И будем надеяться, что все-таки это моя мечта осуществится. Наборчик, посмотрите, какое здесь количество ниток. Бисера мало, потому что все, конечно, практически вышивается ниточками.
И вот такой, такая замечательная бусинка в виде то ли солнца, то ли цветка. Основа перфорированная бумага голубого такого сиреневого разбеленного цвета. Очень красивая, но все равно буду менять, потому что на перфорированной бумаге я абсолютно не люблю вышивать. Буду, скорее всего, оформлять в летнюю подушечку, которая будет украшать мою тематическую полку. Такая вот красота. И следующий дизайн — это дизайн от Just None. Давно я на него смотрела, давно вокруг него ходила. Он, конечно, абсолютно невыгодно представлен на превью. Темная очень основа. Три посылки я его пропускала, в четвертую все-таки решила добавить. Мне кажется, здесь очень интересная сама по себе схема с такими прекрасными мотивами. Я видела, некоторые рукодельницы вышивают этот дизайн, и получается просто фантастически красиво. Я, конечно, тоже буду вышивать, скорее всего, летом, и обязательно буду менять цвет основы на посветлее и, скорее всего, с каким-то зеленым оттенком. Ну и, скорее всего, возьму, наверное, лен. Здесь очень хороший эмбеллишмент. Посмотрите, пожалуйста, очень такой богатый. Сейчас я его вытащу и покажу, что туда входит. Вообще, вот эта схема, она намного побогаче, чем мои все предыдущие. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, здесь эмбеллишмент в двух пакетиках. Он был еще в одном пакетике. Здесь идет такая картонка. Здесь у нас перечисляются материалы, которые нужны. Внутри вложена брошюрка с инструкцией и, соответственно, со схемой. Схема разделена. Очень хорошая такая черно-белая схема. Все понятно. На трех листах она идет. И embellishment. Мало того, что здесь, посмотрите, какое количество бисера, практически так же, как в Милхиле. Здесь у нас идет кружево, ниточки. Я так поняла, что это какой-то меланж и на шелк похоже. Также идет цветочек, шармик с розой, раскрашенный, видите, такой зелено-красное. Еще вот эта вот бабочка, скорее всего, как-то не очень понятно. И корона. Посмотрите, какой богатый пак. Очень интересная работа. Я думаю, что я долго думала, но мне кажется, я получу от нее огромное удовольствие, потому что здесь, конечно же, не только крестик, здесь у нас идут и шовчики. Мне кажется, очень интересная работа будет, да, и без обложки она намного интереснее смотрится. Я думаю, на светлом фоне вообще будет замечательно. Марочки здесь какие-то или картинки. Ну, в общем, я вся в предвкушении этого отшива. Это были только два набора, которые я заказала. Еще раз говорю, что был еще бисер и ниточки, так что я в накладе не осталась. И теперь покажу вам книги, которые я, конечно же, книги по вышивке, по рукоделию, которые я приобрела совсем-совсем недавно. Итак, приобрела я две замечательные книги. Одна книга Кадзука Аоки. У меня есть ее книга без перевода на английском языке, эти же две книги с переводом и с очень понятными инструкциями. Кадзука Аоки у нас вышивает не только крестиком, но и в разных других техниках. И здесь представлены очень, на мой взгляд, интересные дизайны. Посмотрите, здесь вообще вышито на бумаге кладью. Сейчас мы с вами быстро-быстро полистаем. Вот этот венок мне необычайно нравится. Здесь у нас шовчики, фрузелки, специальными ниточками выполнены. Книга, конечно, великолепная, объемная вышивка. Есть такие вот простые сюжеты, есть посложнее, но все необыкновенно красиво. Я так люблю всякие травы, неважно, гладью они вышиты или... Вот видите, на бумаге вышивка идет. Или крестиком. Нравится. Посмотрите, какое кресло. Здесь есть подробнейшие инструкции, как это сделать. Сейчас, допустим, я вам что-то покажу для примера. Так, вот такие корзиночки вышиты. Но мне корзиночки как-то вот совсем не зашли. Очень понравилась мне вот эта сумка. Вот эти цветочки. Вот эта сумка мне необыкновенно нравится. Посмотрите, какая красивая и лаконичная. Как делать сумку, тоже есть инструкция. Вот этот кошелечек фирмы мне очень понравился.
ягодки. Я вышивала уже ягодки от Кадзукаоки. Сделала такую сумочку проектную. Правда, у меня там сейчас склад тканей, но ничего страшного. Ну, в общем, вы понимаете, я все не буду листать. Смотрите, как красиво. Шовчики, гладь, немного крестика. В общем, здесь все есть. Аппликация. Мне кажется, очень интересная для творческого человека книга. И вот здесь все показывается, как и что выполнять. Техники все. Схемы, соответственно. И вот, видите, на русском языке нам подробно с размерами все указывается, что и как шить. Потому что, конечно, эти книги можно приобрести, но раньше они были в лучшем случае на английском языке, а в худшем просто на японском. У меня есть по глади одна японская книга, я там, она необыкновенно красивая, но я ничегошеньки там не понимаю. Возможно, что с этой книгой мне удастся разобраться и в той. Так, кресло. В общем, вот такая замечательная книга. Она есть в продаже, это не что-то такое запредельное, ее можно купить. По-моему, где же я ее покупала? Может быть, даже на Валберис. И вторая книга. Кстати, у Кадзукаоки сейчас вышла еще одна книга, но я ее что-то никак не могу найти, нет ее пока в продаже. И еще одна книга, японская объемная вышивка. Но здесь вообще что-то запредельно фантастическое и красивое. У меня был один только опыт вышивки объемных изделий гладью. Это бабочка на работе от фирмы Панна. Вы знаете, мне показалось, что ничегошеньки сложного там нет, но здесь просто, это вот на лабиринте я заказывала, но здесь просто фантастические сюжеты. Посмотрите, какая красота. Необыкновенно красивые. Я буду обязательно буду что-то пробовать вышивать из этой книги. Здесь, конечно, есть супер объемно, да, вот как вот, допустим, вот эти желуди. А есть что-то попроще. Но вот это, мне кажется, очень сложно. Такие. И представлено, видите, как красиво, душевно. Очень нравится вот эта гортензия. Смотрите, какие изделия, серьги. Ну, я, конечно, украшения вряд ли буду изготавливать. Мне вот хотя бы вот какой-нибудь один цветочек попробовать. Оливки, посмотрите, какие красивые. Может быть, брошки какие-то. Но, опять же, брошки я не ношу. Ну, мне вот даже просто само по себе интересно. Не обязательно применительно к чему-то. Вот эта вот очень веточка сирени, наверное, очень нравится. Даже просто вот тоже распечатать из интернета какую-нибудь картинку и на нее вышивку расположить и в рамочку. Мне кажется, будет очень стильно смотреться. Посмотрите, герань. Я герань тоже очень люблю. Необыкновенно. Но это вот очень, мне кажется, мелко. Вот такая вот замечательная книга. Она тоже в свободной продаже есть. Вот это стоит намного дешевле, чем вот это, поэтому, кому интересно, если вам нужен вот прям подробнейший обзор, вы пишите, я, конечно же, сделаю. Но мне кажется, все уже поняли, да, про что эти книги, какая техника здесь представлена. Мне кажется, очень интересно. Ну вот, собственно говоря, наверное, на этом и все. Видео, наверное, получилось очень длинным. Ну, думаю, что вы хорошо провели со мной время. До свидания, увидимся в следующем видео.